Друзья мои, начинается финальная стадия нашей задумки про Кавун, посол Херсонщины. Сейчас мы едем, я соберу сейчас ребят, которые согласились мне помочь, и мы едем на базу Нибелон, будем грузить арбуз, брендировать это наклеечками с QR-кодом, и потом эти арбузы баржи поедут в самый Киев. И в Киеве каждый сможет зайти в сельпо, взял арбуз, такой вау, стикер, с QR-кодиком считали QR, собственно, телефоном считали QR-код, попали на сайт, посмотрели на все те достопримечательности и красоты туристические, которые нас с вами окружают, влюбились сюда и такие, а мне туда надо ехать. Поэтому QR-код позволит арбузу быть послом. Сейчас мы едем клеить. Поехали с нами. КамАЗ арбуза. Мы сейчас в качестве эксперимента попробуем брендировать прямо в кузове КамАЗика. А второй эксперимент будет в момент перегрузки с КамАЗов по коробам. Будем еще там клеить. В общем, посмотрим, как лучше. И так как мы пробовали в перше. Ты лепив колись-нибудь наліпки на КамАЗ? Не лепив. Я тільки знімав з бананів. Я думаю, що щось схоже, тільки назад. Це тобі тоді? Дядя оператор, а що ви там за камерою прячетесь? Давайте приєднуєтесь. Тихо, сидить, він там знімає. Хто буде на наліпки на кому наліпки? Перший свій кавун я поїв, ще не повнив сам себе. Він був дуже сладкий, так сказала моя мама. Перші гроші я заробив на кавуні, коли в 12 років пішов їх грузити. Правда, такі маленькі не були, були отакі, і ще більше. Це для маленького, я тобі... Це ложимо сюди. Ось така штука, корисна. Можна заробити, можна через неї побачити Херсонщину. І все найкраще пов'язано тільки з кавунами і тільки з Херсонщиною. Друзья, сегодня мы вчетвером тащили такие огромные коробки, в которых было 201 тысяча наклеек. И вот все, что от них осталось. Мы оставили себе на память для пресс-конференции, не знаю, наклеить себе на ноутбук или еще что-нибудь. Это наклеечка, которую мы сегодня разместили и забрендировали целую баржу арбузов, которая поедет в Киев, и не только в Киев, и в сельпо. Каждый сможет купить арбузик, считать вот этот QR-код и перейтись такой... на сайт, где будет написано куча всего правдивого, интересного, яркого и полезного контента про туризм, про пустыню, про Херсонские горы, про Джерелгач, в общем, про все то туристическое, которое стоит увидеть. Поэтому приезжайте в Херсон, а пока что ищите в супермаркетах вашего города арбузы херсонские с QR-кодиком. Прыгайте по ним и читайте, впитывайте в себя всю ту информацию, которую наши экспедиции собирали для вас. По-моему, 2 месяца катались ребята по всем точкам Херсонской области. Фотографировали, снимали видео, писали тексты. Сейчас программисты днем и ночью готовят этот контент для того, чтобы публиковать его, чтобы вы его смогли получить, увидеть, пощупать, влюбиться в юг и приехать к нам в гости. Мы вас ждем. Welcome!